лети рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить анабиоз. В прошлой серии мы прошли через реактор взорвавшийся. И двигаемся дальше. Что-то мне не нравится этот коридор. Больно уж он широкий. В прошлый раз в таком коридоре я встретил паука. Надеюсь, это не повторится. Так, зачем я нажимаю эту дверь? Там радиоактивно написано. А, ну и все. Конец уровня. Хорошо. Ладно, ладно. Нет, по сюжету здесь, конечно, просто очень круто все реализовано. Обалденно. Радует игра актеров. Ни один из них не халявил, насколько я помню, по диалогам за всю игру. Никто не лажал. На озвучке настоящие профи, которые всерьез воспринимали свою работу. И, кроме того, сама по себе история очень печальная и интересная. В некоторых моментах пробирает прям до мурашек. Ну и самое главное, что радует в озвучке, что не позвали репетуру. Мне, честно говоря, так надоел уже со всеми этими выпусками игромании, Канобу. И в последнее время его суют, куда попало. Барбухин. Есть. Добровольский. Перекличка. Тут. Ярашев. Ярашев. Забачев. Есть. Каехтин. Нет его. Левай. Левай. Мазыра. Погиб. Навроцкий. Нуреев. Не найдены. Татауров. Татауров. Есть. Здесь он. Ундаков. Урясов. Бирюлин. Хакимов. Ундаков, Хакимов. В турбинном остались. Навроцкий внизу работал. Сейчас где? Здесь нет. Циверов. Щелканов. Элиашев. Есть. Все? Нет. Элиашев. Юрыгин. Ядугин. Значит так. В штабе ситуацию знают, экспедиция готовится, пока рация работает, что-то будем знать. Дальше. По периметру клапаны заварим. Второй контур остывать будет долго, так что какое-то время тепло будет. По провизии. Да. Это все печально. Вы только что стали свидетелем того, что команда понесла серьезные потери. И даже те, кто были, в итоге были в плохом состоянии. Второй контур, сказали, остывать будет долго. Возможно, поэтому они сразу все не замерзли, потому что температура на Северном полюсе, как вы знаете, довольно-таки серьезная. Но сейчас тут довольно-таки тепло. Есть электричество, все тает. И это, кстати говоря, непонятно, учитывая, что реактора нет. Хотя, может быть, здесь пара реакторов, как на многих ледоколах тех лет была. Так что, возможно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, возможно, с вторым реактором все было плохо, а первый был вполне себе рабочий. Так, поднимаемся наверх, где ходил здесь один из местных главных. Кстати говоря, многие спрашивают в комментах, уже просто умучили. Давайте я вам объясню, что означают эти шкалы слева-справа. Слева внешний круг, это температура окружающей среды. Вот вы видите, я подхожу к теплому, она повышается, отхожу, она, соответственно, понижается. Чем ниже температура окружающей среды, тем быстрее я замерзаю. Потом идет шкала с делениями, это наша выносливость. Когда мы бегаем, она... Она, соответственно, убавляется. И внутренний показатель, внутренняя шкала, это, собственно, тепло нашего тела, когда оно подойдет
минимуму мы околеем. Так что, блин, еще один что ли? Теперь уже по двое сразу. Ну, с СВТ, конечно, это все стало гораздо проще. Так, давай возьмем твою мосинку. Нельзя? Ну, нельзя так нельзя, ладно. Давайте сохранимся, мы перебили довольно много этих, не знаю, как их назвать, монстров, людей. Еще патроны к СВТ, патронов в избытке, это радует. Красноармеец какой-то. Вообще винтовка напоминает СКС, я не помню, по-моему, СКС это и есть. Ой, сварщик. СКС это, по-моему... Да присядь, успокойся. СКС, по-моему, это и есть один из вариантов СВТ. Довольно хорошая винтовка. Даже сейчас продается во всем мире и пользуется популярностью. Если вы смотрите на YouTube, подписаны на такого человека, как FPS Russia. Это один из самых популярных каналов на YouTube. Третий, по-моему, по популярности во всем мире. Там чувак, переехавший из России. Его зовут Кайл Джастин, по-моему. Короче говоря, увлекается стрельбой. Раньше увлекался Call of Duty. Очень хорошо играет в Call of Duty, был партнером Machinima. А сейчас выкладывает видео, где он расстреливает из разных видов оружия разные предметы. Допустим, мишени. И вот в последнем, я вспомнил, выпуске, последнем на онлайн-записи, соответственно, он стрелял из СКС как раз таки с накрученными на него. Но он, конечно же, не деревянный СКС, а из пластика. Так, тут все. Стрелял по машине трассирующими патронами. Это было довольно-таки зрелищно. Блин, кто там опять? Да изыди ты, елки-палки. А здесь довольно-таки холодно, я сейчас околею, блин. Надо быстрее дальше, давай перезаряжай. О, дубак. Быстро, быстро, быстро. Куда идти? Я надеюсь, никого тут не будет. Давай, 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 пошел. Давай, о, подъем наверх, давай, быстрее, 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 быстрее. Пока не околели. А, и тут у нас еще один труп. Сейчас мы с этим жмуром... Так, что такое? С этим жмуром разберемся. Полезем к нему мозги. Мозги, мозги! Так, что такое? Ой. Ой-ой-ой. А, меня сейчас обварит, да? Да-да-да. Повторим. Это интересно. Спасибо, брат, ты меня выручил. Так, ну что? А мне можно это покрутить? Я бы тебе помог. Я заворачиваю клапан третьей турбины! Включай ручное орошение! А где оно? О, беда. Так, я сейчас сгорю, да? О, ошпарило. Ладно, хоть не убило. Так, вся система пожаротушения сработала. Видимо, я добился успеха в этом воспоминании. Да, и, соответственно, тут сейчас, возможно, будет потеплее.
или нет. Ну, по крайней мере, погреемся. А, пока греемся, пересяду поудобнее. Так. Что же мне тут дальше делать? Ага. Стрелок очередной. Получив жбан. Получи еще. Что хочешь? Сейчас быстро организую. Блин, живучий какой. Еще бежит. Давай, давай. По-моему, ему понравилось. Да хары скакать-то как, я не знаю кто. Так, все вроде. Двое. Я надеюсь, у вас были патроны к СКС, потому что Мосинка уже не котируется с таким количеством противников. Меня просто убьют скоро. Такими темпами. Так, интересно, а калаш мне дадут? В принципе, год 80-й. Калаш уже в самом расцвете сил, можно сказать. Так, где винтовка? Ах ты ган... Ой, извините. Ах ты мерзавец. Ты взял ее и уронил. Ладно. Возьмем патроны к Мосинке. И пойдем наверх. Как здесь все плохо. Здесь пожар, похоже, бушевал. Все обгоревшее. Так, что это такое? Лампа. Даст мне немного тепла. Какие-то инструменты. Мастерская, похоже. Да-да-да, столярная мастерская. Здесь бушевал пожар. Ну, собственно, мы его предотвратили, по-моему, включив систему пожаротушения. Или нет? А, вот сейчас мы... Ой, ой, ой! Вашу мать, какого хера! Так, сохранимся. А... Блядский... Ага, ну пулю ты ловишь, да? Кто вообще такой? Это что за нахер? Исчез? Обалдеть. Это что было, блин, а? Так, сохранимся-ка. В принципе, я вам неплохо навтыкал. Я надеюсь, ты не по новой не появишься. Давай посмотрим, как ты умер. Мозги! Давай! Внизу мазут горит уже, ладони потушим. Нужно включать ингибиторную. Но она травит. Из-за чего? Нужен переходник на клапан. Вот такой только целый. Думаю, можно быстро сделать. Заготовки ищи там, в углу. Так, надо походу в темпе делать, пока нас угарным газом не потравило. Так, что мне делать? Какие еще приборы тут есть? Так, ну пока, похоже, просто ждать надо. О, парень, там уже что, все свет, что ли? Так, хорошо. Теперь тебе сюда? Нет. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. А, вот ты. Блин, я уж испугался за тебя.
Фу, блин, прикольно как, а? Вот, ну согласитесь, вот все с фантазией сделано. Ну что у тебя там? Давай быстрее! Задохнемся! Не нервируй меня. Так, все готово, да? Ох ты, блин. Давай, давай, давай. Блин, куда? Куда? Готово. Хватит возиться. Давай сюда, я все закончу сам. Давай быстрее, быстрее. У нас уже вон все, жопа. Удачи тебе, брат. По крайней мере, один спас. Второму это явно дорога в один конец была, потому что достаточно 3-4 вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание. Не знаю, насколько он там задерживал дыхание, но, по-моему, это без шансов в такую дымину идти. Ой. Блин, а что это за херня-то такая здоровая была? С двумя пулеметами. Надеюсь, мы с ней не скоро еще встретимся. То, что мы с ней еще встретимся, я не сомневаюсь, но... Блин, хотелось бы отсрочить этот знаменательный момент как можно дольше. Так, здесь ничего нет. Уходим. Сохраниться, пожалуй, надо. А, все, конец уровня. Да. Блин, флешбеки просто отличные. Да и, собственно, сама игра за Сашку Нестерова также доставляет удовольствие. Перестрелки, конечно, это просто позор, но вот сейчас дали СВТ. С ней хоть стало поспокойнее маленько. Плохо, что при каждом попадании нас передергивает, и пока не придем в себя, проходит пару секунд, за которые успевает по новой прицелиться и высадить в нас пулю. Так, что там такое? Там уже внешняя обшивка, что ли? Ну ладно, что там? Сегодня серия будет маленько покороче. Что там, мы узнаем в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.